Всем привет, меня зовут Абдурахман Дуваров. Пришел в гости в клуб Леон. Поделюсь с вами техникой, выход на скручивание внутренней пятки. Сгар. Вот, когда мы находимся в гарде, вот чуть притягиваем на себя соперника ногами, чтобы он чуть подсел на свои коленки. Чтобы на заду не сидел, на коленки чуть поднялся. Когда поднимается соперник на коленки, вот, у нас уже есть шанс отсунуть свою руку ему под ногу. Вот здесь прихватываем его ногу. Вот, теперь нужно его слегка от себя оттолкнуть, чтобы просунуть свое колено до мата. Только с внутренней стороны вашей руки нужно проходить. Вот, чуть можно помочь левой ногой. Вот, касается колена до мата. Как только коснулись коленом, вот вторую ногу вытягиваем рукой. Захватываем свою руку, начинаем тянуть колено на себя. Захватили, соперник, если прокручивается, свою ногу. Закручиваем, взяли захват. Чтобы захват хорошо прошел, нужно всегда стараться сгибать колено в сторону, чтобы соперник не крутился тоже. Захватили. Нормальный парень там, все.